что? Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Да еще эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Ну-ка, смени фильтр. Мало в больнице лежал. О, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой ганзой зоне? Ты тут все руины уже облазил? Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Давай сюда. Так что тут наверху жизни нет. Метро наш единственный дом. Может, все же вернешься в орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира со своей кухней и душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Осторожней. Выдержала и ладно. Самое худшее, пожалуй, позади. Черт! Слышал? Слышал?
Слышишь? Стая. Только этого нам не хватало. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров? Фон обычный, твари те же, что и везде. Стой. Вот и стая. Ну что, давай через мост, чтобы железку не обходить. А то тут и так до метро далеко. Давай, Тёма, подсади любимую. Давай ты! Держу! Артём, слышишь? Вроде рычал, что-то здорово, но далеко. Артём, что делать будем? Смотри, наши из Ордена. Наверное, тоже за поэтом гонятся. Артём, давай к ним. Ребята, смотри.